Ребят, всем привет! Это новое видео про метро Буэнос-Айреса. Приятного просмотра. Погнали! Сейчас мы, в общем, находимся на самой первой станции, которая называется Плаза де Майо. И это была первая станция, которая открылась в Южной Америке в 1913 году. Так что мы реально сейчас находимся на самой первой, на самой старой станции, которая больше 110 лет, или, по-моему, ровно 110 лет получается ей. Но в целом, я могу сказать, что эта станция прям супер кожана, она выглядит очень чисто, тут пахнет вообще супер нормально, никаких там запахов отвратительных нету и тому подобное. Ну и в принципе, ну, вы сами видите, что есть, конечно, какие-то моменты. Но в целом это очень чистая и ухоженная станция. Пока мы ходим, я заметил, что на всех практических станциях очень удобно организовано для инвалидов все. Везде есть такие небольшие лифты, где-то просто обычные лифты, которые даже поднимают людей сразу на улицу. Это на самом деле прям отдельный респект за такое. На всех станциях везде максимально убранные мусорки, нигде ничего не валяется. Все вовремя, как мне кажется, меняют. Везде чистота, даже во всех углах ничего не валяется. Это на самом деле прям удивительно. У меня на самом деле не так много опыта в съемке таких информационных видео, но когда я искал информацию про метро Буэнос-Айрес, я читал статью, которая была написана в 2010 примерно году, когда еще на линии А вот ходили вот эти старые вагоны деревянные, и там человек показывал, ну, фотографии, я их привожу, и вот на этих фотографиях метро, и как он пишет, что метро линии А, оно грязное, убитое, там везде плесень. И вот сейчас 2023 год, и линия А выглядит очень качественно. И вагоны широкие, удобные, чистые, никаких там бомжей и тому подобного нет. Мы сейчас спускаемся на линию H, это самая новая линия, которую построили в 2013 году, ее открыли. А выглядит она тоже максимально свежо и красиво. Пока что все станции, на которых мы были, они реально максимально ухоженные, максимально чистые. Пока мне даже придраться практически не к чему. Есть какие-то микромоменты, и то, которые, я думаю, недавно произошли, там вода протекла, еще что-то. Но в целом, я думаю, это все очень быстро фиксится здесь. В общем, когда я еще раз говорю, готовился, человек сказал, что из-за того, что вагоны некачественные, китайские и очень некомфортные, неудобные, он, когда выходит со своим ростом 184 сантиметра, он бьется головой о потолок. И вот мы сейчас стояли, я вот ради интереса просто проверил, у меня рост 185, ну, у меня вот сантиметра 3, но, как по ощущениям, мне кажется, еще больше, типа, есть, потому что у меня еще высокие кроссовки там сантиметра на 2, как будто бы мне роста дают. Как будто бы вот 190 человек там спокойно себя будет
чувствовать вот прям комфортно. Поэтому, не знаю, это небольшой, мне кажется, фейк такой. Поэтому вагоны удобные, комфортные, чистые, с хорошим кондиционером и тому подобное. Вот, кстати, о чем я и говорил, что на каждой практически станции, а, видимо, реально на каждой просто я не замечал, есть лифт для инвалидов. В целом он реально для всех. Для детей, для инвалидов, для старичков, для людей с проблемами сердца, для тех, кто ногу там подвернул. Ну и, в принципе, для детей и родителей. Удобно. Также много на каких станциях стоят щиты, на которых указано, какие пересадки, где какие велодорожки, где какие автобусы. И вот что для меня удивительно, указаны какие-то музеи национальные, какие-то, вот я не знаю, что это, короче, культурные какие-то, видимо, мероприятия или еще что-то. Но это, мне кажется, удобно. Ну, мне не очень, конечно, чем то, что я не знаю испанский. Но в целом разобраться, я думаю, можно, если ты куда-то целенаправленно едешь в музей. Так, ну, наконец-то мы нашли линию, которая вообще не в очень хорошем состоянии. Но мы на это потратили часа два, наверное, уже. Так что это первая такая линия, которая прям в битом состоянии. Но даже с учетом этого, тут не воняет и нет мусора, заметьте. Вообще, по описанию статьи, тут должны быть бомжи, попрошайки и куча всяких психопатов. Но пока что я видел... Человек играет на скрипке. До этого человек играл. На чем он играл? На пианино? На пианино играл. Пока мы никого не встретили, но мы пока еще не доехали до линии С. Вот на линии С должно быть вроде как поинтереснее. Если я не ошибаюсь, вот это метро, в котором мы сейчас ехали, это были как раз-таки токийские вагоны, которые выкупили в каком-то году, я напишу в каком, и с этого года они начали ездить метро Буэнос-Айреса, и по сей день ездят, и выглядят подубитые, конечно, но в целом приемлемо. Еще 60 лет назад на этих сидушечках сидели в Токио японцы. Такой еще небольшой интересный факт. В метро Буэнос-Айреса нельзя ездить с собаками. Есть только один день разрешен, это воскресенье, и только последний вагон. Но по факту, находясь здесь, я не знаю, исключение это или нет, но люди ходят с маленькими собачками в сумках. Как я слышал, в Америке также, что ввели закон, в котором нельзя с собаками ездить в метро при условии, что если она будет в сумке, тогда можно. И люди начали затаскивать просто собак в сумки и с ними так ездить. Вот здесь, собственно, такая же ситуация. Мы приехали сейчас на такую интересную станцию. Это линия Б. Станция называется Los Incas. Я про нее еще прочитал в этой статье. И тут такой антураж интересный. Везде всякие статуи инков и тому подобное. Рисунки на полу тоже интересные. В целом тоже чистая, ухоженная станция. Везде написана история, но, естественно, на испанском. Еще, кстати, тут есть некоторые вагоны, на которых нужно самому открывать дверку. Тут есть вот этот вот рычажок. И чтобы открыть дверь, тебе нужно вот так его дернуть вверх, и только тогда, ну, дверь открывается. Но закрыть можно и
машинисту, как я понимаю. Но открывается конкретно вот это, эти вагоны именно вручную. Вот чел просто лежит, спит в метро. Удобно. Вот, кстати, как раз-таки зона для животных. Последний вагон, соответственно, выделен. Где можно заходить с животными? Интересно. Смотрите, рядом еще есть зона с велосипедом и с самокатом. Тоже, кстати, очень полезно. Я почему-то думал, что нельзя в метро в этом ездить с велосипедом и с самокатом. Но, видимо, можно. Из-за того, что турникеты работают как в одну сторону, так и в другую, а, соответственно, когда люди выходят из метро, она просто, вот эта штучка, она просто проворачивается, и можно свободно выйти. Некоторые этим пользуются, и когда входят, отодвигают ее, просачиваются и просто проходят бесплатно. Мы сейчас идем на линию С, которая по всем историям и всем википедиям написано, что это самое грязное, самое бешеное, здесь постоянно куча психопатов и тому подобное. Вот сейчас пойдем проверим. Вот мы сейчас, соответственно, на конечной линии С, и статью, которую я читал, вообще не совпадает с тем, что есть. Возможно, это связано с тем, что она написана была до 2013 года, и все настолько сильно поменялось. Но в статье было написано, что тут грязь, хаос, ужас, куча бешеных, куча наркоманов, куча попрошаек, торгашей, вообще везде очень плохо пахнет и тому подобное. Ничего, вот, ну, мы проехались по всей линии, она коротенькая, и ничего абсолютно тут нету подобного. Все, мы вышли уже на улицу. Наконец-то свежий воздух спустя полдня в метро. Чувствую себя какой-то черепашкой-ниндзя, примерно так. В общем, если подводить итоги, метро Буэнос-Айреса, оно необычное, неоднозначное, но мне лично оно более чем нравится. В нем комфортно, спокойно. Не пахнет плохими какими-то запахами, что я вообще очень сильно не люблю. Очень мало сумасшедших, вот за сегодня мы их вообще не видели. Очень мало, где кто там что продает. Очень мало каких-то там разводил, не разводил, бомжей и тому подобное. В этом плане меня прям максимально все устроило. Да, есть какие-то станции, на которых не так чисто, как на других. Но я думаю, что это в любом метро мира будет так, кроме, наверное, какого-нибудь японского. Ну, в общем, вы сами все видели. Современные китайские вагоны, которые очень комфортные. Там кондиционеры, все удобные сидушки, они достаточно высокие, широкие и тому подобное. И параллельно еще есть какие-то старые вагоны токийские. Куча всяких классных картин, какое-то искусство. Много всяких необычных там решений, на которые, пока едешь, можно посмотреть, что-то поизучать, не скучно. В общем, в целом, короче, мне понравилось. Не знаю, как вам. Пишите в комментариях, что вообще думаете. Спасибо за просмотр. До следующего видео, которое будет, скорее всего, на следующей неделе, потому что сейчас планирую выпускать видео каждую неделю, там, либо пятницу, либо субботу, либо воскресенье. Поставьте, пожалуйста, этому видео лайк, напишите комментарий, если не сложно. Даже можете просто любую букву
написать в комментарии. Это очень сильно помогает продвижению. Все, еще раз спасибо за просмотр. Пока.